Квартиры, дома, дачи, гаражи, земельные участки, автомобили и другое движимое имущество. За вышеперечисленные объекты мы, как физические лица, ежегодно платим налоги. Бремя будем нести и дальше, но в этом году налоги мы обязаны оплатить не до ноября, а до 1 октября. Согласно новым правилам, увеличился и список объектов налогообложения. Там будут три таких новых объекта. Это машиноместо, значит, объект незавершенного строительства и единый недвижимый комплекс. Машина-место – это парковочное место. И если оно принадлежит вам, как физическому лицу, то по закону за парковку придется платить. С ценной суммой из кошелька расстанутся и те граждане, кто ведет строительство. Например, вы оформили документы в регистрирующих органах еще на этапе строительства дома. Неоконченное строительство – теперь объект налогообложения. Что касаемо единого недвижимого комплекса, таких объектов налогообложения в Димитровграде ни у кого нет. И согласно новым правилам, в этом году мы обязаны представить в налоговую службу сведения в объектах движимого и недвижимого имущества, которые ранее по каким-либо причинам не были отражены в уведомлении, из-за которой мы не платили налоги. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Наше время.